Мы считаем, что вещества группы «Новичок» работают следующим образом. Сначала это два отдельных компонента. Сами по себе они относительно инертны и нетоксичны. И только в результате смешивания непосредственно перед атакой они становятся смертельным соединением. Соединения «Новичок» были разработаны в 70-80-х годах в бывшем Советском Союзе с целью обойти договор о химическом оружии и продолжить работать над запрещенными веществами. От русских мы слышим очень самодовольные и саркастические отзывы. Для меня это указывает на их вину. Они одновременно отрицают свое участие и гордятся этим. Отравление Скрипаля – способ России показать, что она будет мстить всем, кто ее предаст. Похоже, что за этим отравлением стоят русские. Подобного никогда не должно было произойти. И мы относимся к этому очень серьезно, как и многие другие.